Добрый день, дорогие рукодельницы! Меня зовут Анастасия Ахмедова. Я очень рада приветствовать вас на своем канале. В этом мастер-классе я покажу вам, как я делаю искусственный снег, похожий на настоящий, который я использую в своих работах. Для создания искусственного снега я использую такой материал, как вспененный полиэтилен. Чаще всего его используют для упаковки хрупких товаров. Обычно я и беру его в своих посылках, я не выбрасываю его, складываю и потом использую в своих поделках. Я видела разные способы его измельчения, от терки до кофемолки, но такие способы мне не подошли, потому что хлопья все равно остаются достаточно крупные. Поэтому для того, чтобы получились очень мелкие частички снега, я просто разрезаю полиэтилен ножницами. Несмотря на то, что в руку я беру достаточно большое количество полиэтилена, режется он очень легко, и процесс разрезания его на мелкие частички занимает очень мало времени. Также такой метод позволяет контролировать размер хлопьев. Можно оставить более крупные хлопья, а можно измельчить их до состояния пыли. Вспененный полиэтилен прекрасно подходит для имитации искусственного снега. Он легкий, воздушный, хорошо держится клеем ПВА и блестит так, как будто искрится настоящий снег. С помощью кисточки наношу густой клей ПВА на еловые искусственные веточки, очень хорошо промазываю все иголочки, а потом сверху посыпаю легкий искусственный снег. Если боитесь, что снег осыпется, можете сверху побрызгать лаком для волос. Такой снег очень хорошо держится даже на пластмассовых веточках. Его можно без страха использовать в любых своих новогодних поделках. Посмотрите, как красиво и естественно он смотрится на еловой веточке. Ощущение, что это не вспененный полиэтилен, а настоящий живой снег с улицы. Спасибо вам всем за просмотр. Если видео было для вас полезно, ставьте лайк. А мы увидимся в следующем видео.